Инструктор-методист из Муравленко Вера Черкес заняла второе место в конкурсе профессионального мастерства «Спортивный Олимп-2023». Всего на победу претендовали 45 специалистов из 13 ямальских муниципалитетов. Вера Черкес год работает в спортшколе «Арктика». До этого более 10 лет была помощником редактора программ на телевидении в Мариуполе. Победа в номинации «Инструктор-методист» стала для нее настоящим сюрпризом. Мне все нравится. Коллектив очень дружный, сплоченный. Много всего нового, интересного. Во многих мероприятиях принимались участие. Что-то совсем новое для меня. Это как школа молодого методиста. То, что я приступила к выполнению нормативов ГТО и успешно их сдала. Вера Владимировна очень ответственный работник, знает свое дело, инициативная, исполнительная и всегда поможет коллегам, родителям, детям, тренерам в каких-либо вопросах, если у них это возникает. Работа методиста – это не только бумаги и отчетность. Вере Черкес приходится много взаимодействовать с тренерами и родителями спортсменов. Мы им оказываем помощь в выборе секции, то есть может родитель прийти и сказать, вот куда я могу отдать своего ребенка. А мы там говорим, где есть набор, или же говорим, вот можете сюда. Мы уточняем у родителя, то есть какой бы вид спорта они хотели, подвижный, неподвижный, что именно хотели бы они добиться, каких результатов. На конкурсе профессионального мастерства Вера Черкес презентовала программу по внедрению в спортшколе «Арктика» единой карты жителей Ямала-Морошка. Тема новая и актуальная. Нужно было с моим небольшим опытом это как-то все красиво сделать. И большой объем работы был проделан по поводу методического семинара. То есть подобрать тему, чтобы она была интересна, чтобы она была новая для членов жюри. Ну и как-то, чтобы и жюри в нее вниклись и задействовались тоже. То есть чтобы это было интересно. Вера Черкес не собирается останавливаться на достигнутом результате. Говорит, что впереди еще много новых конкурсов и соревнований. И для победы в них нужно постоянно работать над собой и повышать профессиональный уровень. Планы на будущее – работать, развиваться, познавать что-то новое, учиться. Наталья Матюшкина, Нина Копа, Сергей Лукович. Новости Муравленко.